Дим, ты же не делаешь чек статы. Так я не чекал стату, по факту. Показал просто человек, его общие характеристики. Чек статы, это когда ты берешь танчик, например, ты берешь, берешь так, открываешь, например, а где у нас? Так, старый, старый, Максим Азякин, спасибо тебе за донатик, спасибо, старый. Привет, чек чекни мою статистику, я Максим, инспирер, вот. Твой соклан, и все не в курсе. Я такой, ну давай, братан, чекну твою статистику. Так, ну смотри, в целом, ты у тебя. Довольно большое количество боев, 46, ты много играешь, много играешь, это чувствуется. Победа, 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 72%, ну, можно как бы подтянуть, сделать 73-74, учитывая какой у тебя средний урон за бой. Так, ну, по среднему бою за урон, средний урон за бой, я могу предположить, что ты, скорее всего, еще любитель ЛТ, да, любители ЛТ, потому что процент побед высокий, значимость ЛТ, опытных ЛТ довольно высокий. Процент попадания это абсолютно бесполезный параметр, потому что многие блайндят. Вот. Такой, ну, в целом ты ничего, среднего под забой, с премом играешь, значит, денежка есть, денежка есть. А там есть, наверное, прем-танки, можно, кстати, выформить в КБ. Ну ладно, перейдем к статистике и инфографике. Ну смотри, в общем, ты любишь танки СССР, наш пацан, да, ну, французы, значит, э, учитывая твои показатели, ты довольно скиллозависимый, потому что французские танки, танки они картонные, <связывая> но ну, новые танки, я смотрю, тебе не особо зашли, китайские, видимо, любитель какого-нибудь ФЗ 113-го, преимущественно, конечно, а, ты оказывается ТТ вот и СТ вот, еще на ЛТ нормальное количество боев, на арте был грешок, я вижу, поигрывал, но это в самом начале карьеры, скорее всего, ПТшки не, не особо зашли, не любишь э, крысить из кустов, Довольно активный игрок. Переходим к технике. Ох, нифига себе, у тебя на 90 кей сколько боев. И показатели 2-100. Но это, видимо, еще 90 к старый, когда был. Ладно, перейдем, возьмем что-нибудь посвежее, что-нибудь посвежее. Давай, кстати, вот китайская техника, которая, Ух, нифига, сколько у тебя на французов. Бэшка, кстати, Бэшка. 3,856. Ну, неплохо в целом. Ну, Максим, я думаю, тебе стоит подтянуть средний урон на Бэшке. Правда, в нынешнем рандоме очень тяжело, за счет того, что коридорные танки, карты, техника тяжелая, все в позиционках, и многие используют фугасы. Поэтому сейчас на Бэшке, конечно, ты вряд ли выровняешь средний урон, поэтому подтерпи, наверное. Подожди, Максим, я понимаю, что тебе хочется на бэшке поиграть, Макс Но потерпи немножко, когда может поменяется геймплей Где бэшка станет более актуальна Можно перейти, кстати, на британскую ветку Я смотрю, на британцы тебе тоже в целом зашли Ты на них довольно много играешь Видимо, нравится техника, у которой хорошее склонение Супер конь, кстати, у девятого уровня Нифига себе, Макс 3936 показатель это хороший. Смотри, дальше у тебя 70% побед. Это говорит о том, что ты все-таки вносишь хороший вклад э, в команду, и ты не крысишь из кустов, настреливая урон, а занимаешь ключевые позиции для этого танка. А таким образом у тебя выходит э, довольно... Хороший показатель процент побед и среднего урона. Давай посмотрим, играешь ли ты взводом. Так, ну взводные награды есть. Значит, взводом играл. Причем братья по оружию. Эта медаль не так уж легко взять. Можно предположить, как минимум 50% боев ты играл взводом. Да. Кажется, про... А, нет, 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 нет. Я перепутал. Эта медаль легко берется. Скорее всего, ты процентов 20 играл взводом. Не так уж и много, кстати. И практически это соло-стота. Хорошие показатели, Максим. Но смотри, девятый уровень, понятное дело, он очень похож на десятку, но десятка лучше. На десятке, конечно, средний, средний, средний опыт за бой 1432, это, это круто, Макс. Ты молодец. Ладно, на десятках все сложнее. Там действительно сложнее. Показатели, кстати, если сравнить, на десятке и на девятках у тебя равные. Значит... И процент побед чуть ниже, но на десятка сложнее играть. Значит, стилистика игры у тебя одинаковая на этих танках. И в целом показатели высокие, но на суперконе можно было выше. Давай посмотрим танки, которые могут танковать. Это, кстати, ВЗ. -ха. вз -шка. О, 4К-средухи. Неплохо в целом, неплохо. Для такого показателя 68% побед. 4 к духи. Выживаемость 56,6. Выживаемость это высокая по-любому играешь активно, потому что высокий процент побед. Награды взводные есть. Опять же, их очень мало. В преимущественно опять играешь в одного. Хорошо у тебя заходит на самом деле. Хорошо заходит у тебя бронированная техника. Можно посмотреть что-нибудь на картонный. Что еще у нас еще из французов, к примеру? Французов есть у нас ба 1200 боев. Нифига себе. Ну стата слабая, слабоватая на бате. 7,6 процентов, учитывая средний урон и 7, и показатели процент побед. Да, да. Ты скорее всего играл много взводом. Ну боев достаточно много на нем. Наград команды, кстати, не так уж и много, если честно ну тогда ты а у тебя вот средний опыт высокий ты значит выступаешь в роли светляка и таким образом помогаешь команде что у нас есть такого есть т57х кстати барабаны так 3900 как и бшка собственно похожие показатели что он еще из такого т55 нет 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 Советская техника, кстати. Вот. Может, это стоит 44 рас, 100… 2 2911 на восьмом танке? Ты серьезно, что ли? Ну, ни хрена ты зверь. К91. Недавно, кстати, вышел. 3888. Я считаю, все-таки слабого для этого танка. Довольно дпмный. Плюс он крысы-танк. Возможно, из-за того, что ты до этого, Макс, много играешь активно, этот танк не совсем тебе подходит. Но можно посмотреть, кстати, 430 -у, Один из лучших танков в игре сейчас. И где у нас 430 -у? Вот. 596 боев ты уже наиграл. Них, Ерасия, Макс. 4000 урона. 70% победы. Выживаемость 55%. Вот это твой танк. Вот этот он во взводе играл, во взводе. Но несмотря на то, что играл во взводе, средние показатели урона не просели. 907, кстати. 3926. Ну, Максим, в целом, делаю вывод, что у тебя хорошо получается все-таки играть э, первым номером дово довольно агрессивно. И ты, помимо того, что настреливаешь сам урон, ты помогаешь команде процент побед. Так что вперед, к новым достижениям. Вот это, мне кажется, просто это примерное на самом деле. Что. Короче, я, я к тому, что, смотри, э, э, я к, к тому, что, это, это я просто этот, примерно накидывал там, можно более детально, конечно, в инфографику упороться, на чем играешь, посмотреть, зайти на КТТС и все остальное. Я к тому, что вот это примерно что-то чек статы, ты берешь и по идее надо еще жестче раскладывать по полкам все.